Здравствуйте, господа. Опять с вами Майкл Лившиц. Вчера, то есть в воскресенье, я и Ричард, мы имели разговор с Хулио Валера. Но теперь, перед тем, как я вам расскажу, о чем мы говорили и какие у нас есть новости, сначала пару слов о нашей группе THW Global. Сейчас на экране вы видите нашу группу на Facebook. Эта группа была создана для того, чтобы люди в нашем проекте могли получать, задавать вопросы и получать ответы. Подчеркиваю, в этой группе только разрешается задавать вопросы по нашему проекту, если что-то непонятно, и отвечать на эти вопросы. И также я буду скидывать здесь все новости, что происходит в нашем проекте. И в будущем я буду скидывать все тренировки, которые мы будем проводить в нашем проекте. В этой группе не разрешается рекламировать другие проекты, в том числе рекламировать проект THW Global. Все люди, которые будут рекламировать в этой группе другие проекты, я просто их блокирую и удаляю. И поэтому эти рекламы никто не видит, но после того, как я блокирую IP этого человека, он уже зайти в эту группу не может, это первое. Второе, люди, которые рекламируют просто наш THW проект, я считаю, что это неуместно, потому что в этой группе находятся только, подчеркиваю, только партнеры, которые уже подписались в наш проект. Менять аккаунты не разрешается, если вдруг кто-то будет узнавать, что кто-то поменял свой аккаунт, из-за этого эти люди могут потерять свой аккаунт в нашей компании. И если у них уже есть дистрибьюторы или партнеры, они их потеряют. В сетевом бизнесе на это уделяют очень строгое и внимательное внимание. Поэтому еще раз повторю, господа, я не разрешаю рекламировать в этой группе не только чужие проекты, но и также проект THW Global. Надеюсь, это понятно. Как только у меня будут новости, я их сразу выкидываю, поэтому, пожалуйста, не продолжайте задавать вопросы на одну и ту же тему. Каждое утро, когда я включаю свой скайп, или он, если у меня включен, я подхожу проверять, у меня сотни, иногда даже 300, 400, 500 вопросов на одну и ту же тему. И, к сожалению, из-за этого, потому что я не хочу тратить свое время на проверку на те вопросы, на которые уже давно есть ответы, или эти ответы уже находятся в нашей группе. Для этого и создана наша группа, чтобы люди могли зайти и получить ответы на все вопросы, даже если меня нету рядом с компьютером. Поэтому, пожалуйста, господа, помогите мне помочь вам. Иначе я просто трачу свое время и иногда случайно из-за этого пропускаю те вопросы, на которые нужно человеку получить ответ, потому что он где-то что-то запутался. Поэтому еще раз повторяю, не задавайте вопросов, на которые уже есть ответы. Или если вы хотите задать мне вопрос, сначала зайдите в нашу группу на Facebook и проверьте. Пожалуйста, проверьте, если уже есть ответ на этот вопрос. Потому что на сегодняшний день ответы все есть на те вопросы, которые во всяком случае получаю я или по электронной почте, или по скайпу. В основном мне легче отвечать на ваши ответы, вопросы по скайпу, поэтому если вы мне задали вопрос, и это действительно вопрос, на который нет ответа в нашей группе, я вам просто могу попросить, чтобы вы позвонили мне по скайпу и задали тот же самый вопрос. Насчет сертификации. Господа, всю ту информацию насчет сертификации, которую я имею, я скинул на Facebook, и вы все ее видите. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне вопросы. Сегодня я получил более сотни вопросов, ответ. Будет ли стоить сертификация, что нужно делать конкретно? Если бы у меня была бы эта информация, я бы сразу вам ее скинул. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне тех вопросов, на которые ответов у меня пока нет. Потому что я такой же партнер компании THW Global, как и вы. И у меня больше информации, чем у вас, нету. И если я эту информацию получаю через свои каналы, то я ее сразу же скидываю. Потому что если вы что-то не знаете, значит я это тоже еще не знаю. Но еще раз насчет сертификации повторю, что это будет только по желанию. Если вас это не интересует, вам это делать не нужно. Это только те люди, которые хотят работать как агенты компании THW Global, как те агенты, которые просто будут получать деньги за то, что они будут приглашать разные компании, которые хотят участвовать для того, чтобы рекламировать свой бизнес. Поэтому это не обязательно. Это только для тех, кто захочет. Всю остальную информацию вы все получите позже. Насчет нашего маркетинга. Господа, многие задают вопрос, а почему я не вижу бинара? Потому что пока наш маркетинг не бинарный. Наш маркетинг называется Unilevel. Это, кстати, самый первый маркетинг, когда сетевой бизнес начал работать, он начал работать с этим маркетингом. Это хороший маркетинг. Но здесь нету переливов. Вы просто приводите людей, которые попадают на ваш первый уровень, всех людей, которых вы привели. Если они приводят, это попадается на ваш второй уровень, и так мы будем получать деньги до 10 уровней. Поэтому, если вы смотрите в свой кабинет, то если вы видите группу, вам показывают, какое количество у вас людей на 10 уровней. Это значит, что с 10 уровней вы будете в будущем, когда компания, проект будет запущен, вы будете получать деньги с 10 уровней. Насчет бинара. Да, господа, у нас будет бинар. Но бинар будет запущен в тот момент, когда в компании будет, то есть в сильной ноге, появится 3 миллиона участников. И это произойдет очень скоро. И это очень важно для вас всех понять, что бинар это будет еще отдельный вид оплаты. Основной маркетинг – это Unilevel, 10 уровней, но еще будет в будущем бинар. Это одна из причин, почему очень важно, чтобы люди не ждали, потому что все люди, которые приходят в компанию сегодня, когда будет компания 3 миллиона человек, это все люди, которые будут под вами. Поэтому, чтобы потом вы не плакали, почему вам не говорили раньше, почему вам не объяснили раньше.
чтобы потом вы не жаловались, что вас, вам рассказали неправильно. Поэтому еще раз подчеркиваю. Бинар тоже будет, это просто еще плюс к тому, что мы имеем. Но бинар будет запущен позже. Поэтому очень важно на сегодняшний день привести людей. Каждый человек, который придет в компанию, даже если вы ничего не хотите пока делать, даже если вы не верите в это тоже нормально. Зарегистрируйтесь. Зайдите, ответьте на все вопросы. И после этого ждите. Но все люди в компании, кто бы их бы не привел, которые будут подписываться после вас, это в будущем будут в вашей структуре, в бинаре. Я надеюсь, это вы поняли, поэтому это очень-очень важно. Следующее. Сегодня опять я получил один из вопросов, что человеку задали такой вопрос, что компания просто набирает информацию, чтобы ее кому-то продать. Господа, я об этом говорил уже очень много. Это полнейшая чушь, которую говорят только те люди, которые не имеют никакого даже представления, как работает интернет. Если информация собирается таким опытом, способом, она никому не нужна, потому что продать ее невозможно. Те компании, которые покупают такую информацию, первый вопрос, который они задают, каким путем это было собрано. Потому что если информация была собрана таким путем, и они начнут людям посылать, например, захотят что-то продать, и люди начнут жаловаться, эту компанию сразу заблокируют, их IP заблокируется. Это катастрофа для компании. Поэтому таким путем это никому не нужно. И это очень дорого. Потому что представляете себе, если в компании 800 тысяч человек, и эти люди кликают все время на веб-сайт, заходят и выходят из кабинета, проверяя, есть ли там новая информация. Это стоит большие деньги. Компания должна покупать новые серверы. Простой, самый дешевый сервер может стоить от 2 до 4 тысяч долларов в месяц. Наша компания уже при такой нагрузке может иметь сотню серверов. Они не будут тратить такое количество денег для того, чтобы собрать информацию, которую можно купить намного дешевле. Поэтому я просто не хочу возвращаться к этим вопросам, но люди продолжают задавать такие вопросы по одной простой причине. Они не слушают и не обращают на ту информацию, которая уже скинута и стоит в нашей группе на Facebook. Господа, у меня к вам большая просьба. Если вы подписываете людей в бизнес, пожалуйста, приглашайте их в нашу группу, чтобы всю информацию они черпали здесь и все новости. Теперь немножко о том, о чем мы говорили с я, Ричард и Хулио Валера. К сожалению, я не смогу вам рассказать все подробно, я только скажу в двух словах. Я могу сказать, что мы теперь знаем, кто стоит за компанией THW Global. Господа, я попрошу вас всех сесть, если вы стоите, потому что вы сейчас упадете. Точнее, вы не сейчас упадете, вы упадете тогда, когда вы узнаете, кто стоит за этим проектом. К сожалению, ни я, ни Ричард, мы не можем сказать вам этой информации, потому что мы подписали бумагу о неразглашении. И когда вы все узнаете, кто стоит за этим проектом, вот тогда вы все поймете, без объяснения, почему они не разглашали эту информацию, и почему, как говорят многие, такая простая веб-сайт, и почему еще ничего не известно. Это все будет известно после, я подчеркиваю, после полного запуска нашего проекта, и когда придет время, вы все узнаете, кто стоит за компанией THW Global. Вы знаете, я очень часто говорю, что... или смеюсь над теми людьми, которые приглашают в тот или иной проект, и говорят, наш проект будет больше, чем Microsoft, наш проект будет больше, чем Facebook, и так далее и тому подобное. Я не знаю, если мы будем как Microsoft, или мы будем как больше, чем Facebook, но теперь, имея эту информацию и зная, кто стоит за нашей компанией, то, что мы будем не меньше, чем Facebook, это 100%, а может быть даже больше. Вы даже не представляете, в чьих руках мы находимся. Но я больше не буду вас подогревать, и, пожалуйста, я вас прошу, не задавайте этот вопрос ни Ричарду, ни мне, потому что ответ на это никто не получит, иначе и я, и Ричард, у нас будут большие финансовые проблемы, если мы расскажем это до того момента, как будет запущена компания THW Global. Единственное, я вам могу еще рассказать, господа. Люди, которые не верят, я просто прошу вас, не работайте, не отвлекайтесь, даже не обращайте внимания на нас. Вы нам не нужны. И к вам просто большая просьба, не засоряйте нашу Facebook-группу, не засоряйте компанию THW своим негативом, не верите, ну и бог с вами, поэтому ничего не делайте. У меня перед вами нет никаких обязательств, живите своей жизнью, я желаю вам удачи и успехов во всех начинаниях, только, пожалуйста, не приходите в компанию THW Global. Компания когда откроется, когда вы узнаете все секреты, если вы тогда захотите зайти, тогда добро пожаловать. До этого, пожалуйста, не засоряйте наш бизнес. Людям те, которые на сегодняшний день верят в будущее компании THW Global, то единственное, что я вас прошу, и даже неправильно я сказал, я не вас прошу, потому что мне уже вас просить не надо, наша группа, то есть моя группа, а моя группа это все те, кто находится в моей группе, если не считая 10 уровней, а ниже 10 уровней, мы одна из самых крупных групп в компании. Поэтому будете вы делать что-то или не будете, для меня и для компании уже это не имеет никакого значения, потому что рост уже остановить невозможно. И все равно даже те люди, которые ушли, они все придут, когда будет запущен бизнес, а самое главное, когда компания сделает вот это объявление и скажет, кто стоит за нашим бизнесом.
Окей, поэтому единственная у меня просьба и предложение, или, можно сказать, правильно сказать, совет всем тем, кто уже пришел в бизнес, просто сделайте одну вещь. Приведите завтра человека, нового человека. И просто попросите его, так как риска нету и ни за что платить не надо, чтобы он зашел в бизнес, чтобы он подписался, зарегистрировался, чтобы он прошел все вопросы. И как только будет дана команда, что на территории СНГ можно проходить тесты, сделал тесты. Кстати, люди, которые не могут делать тест, если у них что-то не открывается, об этом уже было говорилось много раз. Это не открывается только потому, что на территории вашей страны пока тесты не запущены. И это все будут запускаться по очереди. И когда придет ваш черед, я сразу же дам вас, вам всем знать. Еще, господин Прота, большое спасибо за внимание. Большое вам спасибо, особенно всем партнерам в нашей группе THW Global. Большое вам спасибо за то, что вы помогаете и отвечаете на те вопросы, которые задают люди в нашей группе, если особенно я не успеваю на это обратить внимание. И те, кто не находится в нашей группе, я вас приглашаю в нашу группу. И здесь на YouTube под роликом я написал адрес нашей группы, поэтому добро пожаловать. Еще раз повторяю, что эта группа только для тех людей, которые уже вступили в наш проект THW Global, потому что группа закрытая. И если вы хотите зайти для того, чтобы прорекламировать какой-то другой проект, извините, у вас это не получится. Еще раз, господа, большое вам всем спасибо. Наблюдайте за информацией, потому что информация может выскочить в любой день в нашем кабинете. И как только я эту информацию получу, как только я ее переведу, я сразу же ее скину вам в бэк-офис. Я думаю, что компания, наверное, будет таки запущена в сентябре. Не в августе, а в сентябре. Потому что уже приближается, почти все закончено. Еще есть некоторые мелочи. Поэтому я думаю, что все будет запущено в сентябре. Еще раз, господа, большое вам спасибо. Успехов нам всем. И скоро у вас у всех поедет крыша, и спать вы точно не сможете. Я вам это гарантирую, потому что я уже знаю, кто стоит за компанией THW Global. До свидания, господа. Успехов.